Более 500 саратовцев пришли на публичные слушания в Волжскую администрацию. Там сегодня принимали новую градостроительную карту Саратова. Более часа участники слушаний пытались договориться о регламенте. Заявленные администрации 2,5 часа на обсуждение более 80 пунктов саратовцы посчитали недостаточным. Я хочу сказать, что мы с вами сейчас решаем очень важный вопрос. И нас пытаются ограничивать во времени для решения этого вопроса. Если мы сегодня проголосуем, что давайте 2 часа посидим и уйдем, мы останемся без кумыски. Вашим детям негде будет гулять. Вам нечем будет дышать. К процедуре слушаний горожане отнеслись очень эмоционально. Многие хотели высказаться и, судя по реакции саратовцев, посчитали, что им не дают слова. Не добьетесь ничего, если все только для вас, а что в городе наплевать. Никогда не добьетесь. Обсуждение нововведений в генплане Саратова разделили на 6 блоков. По большей части голосование проходило спокойно. Даже пункт о строительстве новых культовых сооружений не вызвал особых споров. Разве что расширение участка синагоги рассмотрели отдельно от православных храмов, но также одобрили. Большинство саратовцев пришли на слушание, чтобы защитить Кумысную поляну от произвола властей и остановить отчуждение ее участков. Эти земли и градостроительным, и земельным кодексом, и законом об охране окружающей среды, и законом об особо охраняемых природных территориях нельзя переводить в земли других категорий, так как сделали это вы. Это можно делать, извините, только проведя экологическую экспертизу и так далее. Это совсем другой механизм. Вы одним мгновением руки нарушили сразу много законов и вдруг назад перевели из зоны R3.1, из особо охраняемой, в другие какие-то зоны, которые вам заблагорассудились. Извините, это недопустимо. В итоге саратовцы, не обращая внимания на решение администрации, решили вернуть ряд участков обратно в состав Кумысной поляны. И хотя публичные слушания носят рекомендательный характер, теперь недобросовестным чиновникам будет еще труднее переделать Саратов под свои денежно-политические интересы за спиной горожан. Роман Козлов, Матвей Фляжников, Открытый канал.